Ассаламу алейкум, брат мой Асланбек. В развалинах разбитое застали. Смешались кровью мы с тобой навек, когда не раз друг друга выручали из-под осадного цискового огня. Здесь медь готовилась накинуть капюшон, ты за стропу вытягивал меня, а я расстрелял последние патроны. Жилой здравия, братишка мой Максим. Мы победим врагов российского народа, достойно будем воевать и жить, и да поможет нам Всевышний. Вот где вся сущность, смысл и идея. Аллах велик, и значит с нами Бог. И только вместе все преодолеем, и только вместе мы один народ.